нашли. Печеньки. Рыжиковский шалашик, ребят. Давай, Рыжий, чем? Выпьем. Давай, Рыжик. Давай за встречу. Я водку не пью. На Бундершахт. На Паршанте. Одевай ремень-то. Потом вам. Потом Вовка. Чего? Вы зря дали этот. Это опасная штучка. Че, режется? Отшлепает? Вовка, это, блядь. Вовка, это не такой, да, Вовка? Умри еще, как ремень раз сразу на рубашку припаялся. Ты расстегиваешь. Сейчас, подожди, блядь. Подожди, типа, сам я Виталька, это по-немецки, блядь, замок нахуй, только ему может. Давай оденем нормальный ремень на джинсы. Вова. Опа, нахуй, все. Вован, давай оденем нормальный ремень. Чтобы не потерять, не потерять. Да? Вовка, ёпты. Вова. Вова! Владимир! Вова! Вовка! Вовка! Давай, хорошо, на Вовка. Сиденьем я тебе, чтобы ты вот так встал. Вовка! Я... Вовка! Чего? Вот у тебя тоже Вовка стоит. Тезка. Опачки! Опачки! Вовчика! Опачки! Давай, иди сюда! Целоваться, блин! На Паршанте, блядь! На Паршанте! Это тебе! Давай так ему вздернем нахуй! Давай, подожди. Все, на Паршантебле пошли нахуй. Давай тебе сейчас нормально оденем. Нормально, ну и водень. Ну мне Настя рукашка. Ну вот и... Тебе идет. Давайте на Паршантебле выпьем. Вован, ну подари Вовану эту кофту. Молчи, Вовка, не говори ничего. Ты, а то скажешь, блядь, поджал. Только, блядь, выводит на разговор, блядь. Че, закусите камышами или че? Вован же колбасу купил. Земли неси. Ребята, Вовки денег, блядь, все богаче всех. Братан, а ты завис, братан. Вовка, блядь, хватит письку показывать. Вовки, блядь. Ты его Ты че, блядь, Вовке письку показываешь, блядь? Лучше, блядь... Давай, это... Письку прячь! И это, застегнем... А ты помоги ему сам, ты что, забрать письку? Ага! Блядь, сука! Фарид там паспорт, походу, делает. Копирует, ксепит! Что же копирует? Завтра кредит оформит на немца. Ипотеку! Ипотеку на немца оформит. Почему? Ёлочку какую не мочевай пьянку. Давай, вот я застегнул, все. Ну, конечно. Сейчас, чего там не понял? Ну, все спадывают штаны. Сейчас, подожди. Так это не камера. Сейчас, все затянем. Наконец-то. А почему? Зрёный комик. Вилли. Ты что, блядь, Фарис спрашивает, почему ты Вилли, блядь, а не Виталия, блядь? Ну, потому что немецкий имя. Какой немецкий имя? Нихуя себе, все, блядь, ему зовут все нахуй. Ну-ка, покажи. Немецкое имя у меня. Ду-дун-дун-дун-дун. Вальдемар. Да. Вован, ты с тёзкой-то хоть выпей. Вова, Вова, что ты, блин? Сейчас, проберём. Вовка, посмотри на меня. Вов, посмотри. Виталька, руку положим хоть, блин, на плечо. А нахуй. Подожди, подожди, ну тихо. Давай, Рыжик, встань. С малышом давайте, блядь. Ногтем, ногтем ему, по шее, по шее, по шее. В нос ему засосы. Чухарчик. Это нельзя, это... Ну-ка, ногтем нахуй. Да, ты что, блядь, обрежиссёра, блядь? Ни хера себе, ну-ка, блядь, очень дай ему, блядь. Мимо пояса бьёшь. Давай ты метёвый, знакомый. Немецкий. Да какие немецкие? Здоровяк. Да откуда немецкий? Он, блядь, там немецкий дороже, чем у нас, блядь. Блок стоит, пачка сигарет, блядь. Это по-нашему. А почему? Дорого у них? Не, у них там что-то там такое, пачка такое. 420 рублей. Лежи. Одна пачка. Будешь курить? Что, рыжий? Да, Вова, блядь. Как он, рыжий? Скажи, Володя. Ест. Чего, Вовка, ел пузо, что ли, блядь, Вовки? Пузо съем. Ты что, блядь, пузо Вовки ел, пузо, блядь? Съем. Ну, это не считается. А Тоха, это, он по тебе соскучился, видишь, где фотки много. Это, а потом... Ревни его. Что ты меня, видишь, он ревнует.
Все, блядь. Губы целуются. Моя. Покажи. Рыжий, ты же хочешь, что у тебя научиться, как вы с бульдогом носик-носик. Это во Владе, как Владисоки здороваются? Убежал, сейчас обижит, здесь выбежит. Носик-носик. Щечки-щечки, губки-губа. Идет коза, вот это я. К Вовке, к Вовке, к Вовке, к Вовке. Вовка уже испытание прошел. Да, Вовка уже ничего не будет. Рыжик, ну присаживайся. Все, Рыжик, давай садись. Выпьем, давай выпьем. Он, блядь. Лиза, подлиза. Нихуя раскусил, блядь. Все, Антоха теперь Лизом стал. Подлиза. Лиза, подлиза. Ради, Рыжик. Давай нахуй. Все наши, чтобы были. Давай, наши, чтобы были. Ну что, главное, ты больше не терялся, блядь. Не, я не потеряюсь. Ага, не потеряюсь, блядь. Все, нахуй, ушел, потерялся, блядь. Здоровье, и тебе пузо съел. Это не считаться. Это не считаться. Че, в Германию с ним поедешь? Конечно, он за кусает там. Да там, блядь, не его. Там чемодан здоровый, влезешь. Ну да, раз упакуйся и нормальный поем. Да ладно, нормально. Там будешь с немцами нахуй. Ну там они, но я, ну, мама как говорила. Ну, фашисты, ну, разговаривают там, ну, по-немецки. Я говорю, к маме, ну как они, ну, такие нормальные. Так они, говорит, фашисты. Я говорю, так они фашисты, говорю, нормальные нахуй. Деньги убери. Я говорю, а Тоха сейчас приберет их обратно. Ну, Гофер. Не, а ты помнишь, а что ты врешь-то, блядь? Ты там Вася, блядь, не помнишь, фашиста назвал. Он говорит, Пашка, пни ему, блядь. Слушай, у меня фашиста называют. Я говорю, на Урале прожил столько лет, блядь, просто уехал, а у меня фашиста называют. Гофер, блядь. Такой культурный. Представляешь, он короче. Ну, это хрень. А немцы большинство культурные. Они, отсюда взял, сюда и положи. Они раз так все культурно, там все складывают такие. Ну, это очень сильная штука. Ну, это не считаться. Это, ну, мой семейник. Я посылку получаю, ну. Откуда ты получаешь? Когда получал, ты что говоришь-то? Порту Ванина, в Сургане, Ванина. Про армию рассказывай. А, я думал, бля, получают, да. Чего у меня там? Я... Слушай, слышишь, что? Сейчас скажу, ты скажи, пожалуйста, где в Казахстане там жил, какой район я сейчас нажму? Виталий, где ты в Казахстане служил? Я жил, это, как, Акмолинская область, Алексеевский район, это сейчас Окольский район. Парень из Казахстана, я его знаю. Говорит, знаешь, что? У них не считается. Ну, Рыжий, а ну как ты там? Я за моего брата, я за безбрата. А я за безбрата, а я за безбрата. А я из тебя. А что у нас есть в этой жизни? А вот так есть. Опачки, а опа! А братан, это мой красавчик. Да ты красавчик, ёптать вообще. А вот так. Что такое, брат? Конечно. Дальше. Какие радости. Какие радости. Укуси его за пузико, укуси за пузико. Антоха хочет, чтобы научить, как ты с бульдогом. Носик, щечки. Носик, носику. Покажи. Это тебе не понравится. Все, выбиваем. Погнали, давай. Гоним лошадей. Где пузо? Там пиздец, нахуй, там в пузе, знаешь, что только нету. А ты футболку сразу же отдай Рыжику, да и все. Да я уже знаю, ее не вези, нахуй. Там тебя таможня не пропустит, нахуй, это. Как она? Блять, ну понял, дезинфекцию не пропустит. Да, Рыжик, помылся он. Ничего, помылся шампунем, я его свой дал немецкий. А, ну если немецкий, то, блядь. Че, Рыжик, держим? Давай, Рыжик. Держим! Вот, Рыжик.
Давай, Рыжик. Давай за встречу нахуй, Рыжик. Ты носик, Антона, научи это, носик к носику, щечка к щечке, ты с бульдогом говорил. Давай, Саля. Витальку надо научить. Так Витальку надо научить, он же уезжает, он ни черта не знает. Не-не, я его знаю. Его надо научить. Меня с Павелом Васильевичем каждый день. Бля, ты что говоришь, на камеру Павел Васильевич каждый день? Они скажут, что Кабасятина, блядь. Носик, носик. Бабана научи, носик, носик. Бабка, бабишка. Давай станцуем, брат. О, поехали. Только песни не пойте, а то это, блядь, за меня это... Ты доху возьми вот так за... Завтра скипал. Давай, Рыжик. Вовчик, давай, чтобы... Блядь, давай. Давай, присаживайся. Вовка, каждое воскресенье встречаемся там, где я тебя встретил, понял? Только не говори, где. Ой, ну... Присел. Присел. Прыгни на ту стулку. Падаешь, что ли, уже все. Вован, садись на стул. Человек хотел отдыхать, а мы его разбудили. Присаживайся. Опа. Новая цель, новая добыча. Новая добыча, Саля. Носик, носик, иди. Носик, носик. Давай, давай, щечка в щечке. Давай, давай, давай. Вовчик, Вовчик, иди сидись, давай, сидись, иди. Вов, давай. Не шуми, ты что такое? Ты же только был до отъезда, до отпуска, такой спокойный пацанчик был. Не снимаю. Он просто радостно, что до него люди приехали в гости, да? Так чего? А что ты, блядь, теряешь? Знаешь в чем? Паскудник. Раз знаешь в чем? Катя уставшая. Так чего? Раз знаешь в чем? То, что, ну, близкие люди. А что сразу так-то? Не будешь пиздеть. Пожалуйста. Вон, давай, пошли. Сейчас. Рыжик, ты че? Сними. Все, нахуй. Рыжим больше не заливать нахуй. Рыжим. Дух твоя сильна, крепка. Дух твой крепок и силен. Да. Не, Рыжим, а тебя сейчас слышишь, Рыжик? Пойдем тебя домой нахуй, заедем, купим тебе пожрать, блядь. Поскуди, нахуй. Ты, нет, ты, а водички не хочешь просто попить? Ты жрал сегодня? Нет, водички точно не хочу. 58. Да, нормально. Как? 58. 58? А вот, подними, точно да. Все. И здоровяку, мозги все будут. Это не здоровяк, это малыш. Это мелкий, что ли? Это мелкий, да. Ну какой только мелкий, блядь. Это какой паскудник. Малыш, ёптай. Скажи, малыш. Что, покурим? Да. Лекарь — это сильная штука. Чего? Даже не смотри на меня, здоровья. Ну, чё ты? Я тебя больше не могу. Ладушки, а я как говорил всем тем, кто, блядь, будет сюрприз, у тебя будут приветики от Вовчика. Так, давай. Александр из Новосибирска, привет. Александр из Новосибирска. Привет тебе большой от Вовки Рыжего. Хейтер Хейтерович. От Хендер. Хейтер Хейтерович. Большой тебе привет. Федор Примак. Федор Примак. Примак. Огромный. Большой тебе огромный привет. Фродушке твоему. Фродо. Ну тебе очень большой привет. Вот такой вот такой. А, Андрюхе Степанову. Андрюха Степанов, тебе большой привет. Димас Белого моря. Димас с Белого... с Белого моря. Кстати, Димас, с Белого моря ты мне снился очень сильно. Это штука. Как он выглядит такой? Сильно. Ладно. Саня Сергиева Посада. Саня Сергиева Посада. Сильный тебе привет. Ну-ка скажи Витальке Плату привет. Поехали. А Виталий? Плату. Плату. Привет. Привет. Здорово. Тохи с Катей. Привет. Севсинского. Катя. Тоха. И Тоха. Вам привет очень большой от Вовки Рыжего. Семье Шутковых привет. И Жижа. Ну, ладно, все, и привет. Привет. А Павлу Васильевичу привет передай? Не. Павел Васильевич,
тебе привет большой. Ну, хламонище ты такой. А ну-ка передай-ка Фарину, что хрухай. Большой нет. Привет. Фарин с Андрюхой. Большой привет. Это пипец. А ну-ка вот Димасику, Димасик, он стоит на нас, повезет тебя. Дрифтинг, ему тоже, ему тоже солям закинь нахуй. Тебе очень большой привет. От Бога. Ну все, и скажи всем подписчикам. Подписывайтесь на Димасик. Всем подписчикам. И вот так. И вот так. Вот так, ребят, все пальцы кверху. Ребят, он Вовке спрашивал. Вовке что-то проблему, что он, почему сказал, он ничего не говорит. Ну он говорит, вроде, ребят, проблем нету. Ну точно ванна у тебя нету, все нормально? Нормально. А, почему прячешься? Не прячешься, нормально все. Какой-то что-то опьянел, блядь, махом вообще пиздец. Не жал мне хотели? Я. Не жал? Деньги убрал, все, прибрал там себе. Завтра сходишь, покушаешь что-нибудь. Водки возьмешь и похмелишься. Все, Павел, водка, вот давай, там у тебя чуть-чуть водочки, давай ебанем. Давай. Не, вот у тебя есть, есть. Вовка, не наливай, тебе хватит уже. Все, давай крайне выпьем и там дома тебя увезем сейчас в шалаш. И там под утром встанешь, попьешь, мы тебя проводим. Хорошо? Ты бы, Ванчик, блядь, ну за пиздец сейчас, блядь, ты меня какой-то вообще, блядь, сдался нахуй, что, блядь. Давай, ебанем, Ван. Да нет, вот я налито здесь, Вовка, у тебя налито. Давай. Давай, самое главное, если проблемы есть какие-то, говори. Я попытаюсь. Ну все тогда. Ребята, блядь, ну Вовка не буду, все. Отвези меня домой. Отвезем сейчас, все отвезем, не переживай. Деньги прибрал, все, рубашку забирай. Сейчас мы тебе сложим все. Ну все, ребят, сейчас мы кучимся позже. Ребятушки, Вовчик одевается, пьяненький. Только заходи хоть дверь, приходит, он, блядь, шумит, блядь. Рыщик, я не начнет нахуй. Бить Витальку и германца нахуй. Там все забрал, точно? Опа, опачки. Опачки эти, ребята. Опа, он просто жопу почесать решил. Лег Вовка на крыльцо почесать свою жопцу. Да, Вовчик? Да пошел пизду. Вот так вот. Вовка не матерился никогда. Ты чего заматерился? Паскудник, матершинник какой стал, а? Не считаться? Не считаться. Давай, одевайся нахуй. Кроссовки видите, блядь. Найперские. Ну, Виталий, конечно, германец ему, блядь, обувь привезти, он какие-то рубашки ему привез, блядь. Бля, ложка, я, блядь, мучаюсь без ложки одевать. Дай ему ложку. Ну, он не знает, что такое, блядь. Шпага. Под пятку. За пятку. Он без носков курил. Ну ничего, ребята. Носки нужны тоже трусом. Не, я так не умею. Ты водку там сложил? Все сложил. Вон лежит пакетик. Тайвоны пакетики там. Видите, он с подарками, блядь, с гостинцами нахуй. Вообще одевайся, ептать, хули он не может. Ты помоги ему хоть, я лишь него снимаю. Давай я поснимаю. Нет, ты же не умеешь снимать, ты хули. Я умею. А, оператор от Бога, блядь, как Мишка. Давай я блядь, не, снимаю. Ну, толстяк так точно умеет, толстяк. Толстяк крупный, большой. То малыш, то большой, то толстяк. Не шутаться. О, блядь. Нет, это не шутаться. Пока мы смеемся, он хитро раз. Раз быстренько одел, никому не рассказывает тайну, блядь. Тайну. Тайна скорости обувь. А ты что, у тебя там эти, блядь, другие обувь там сушатся, а что ты не одел, блядь, эти рваные каких-то, блядь. Ох, ну ты же, блядь, приличный бомж, блядь, нахуй такие рваные ходишь, блядь. Сейчас типа в германских джинсах, рубашки, блядь. Ну, скажи, придешь домой, опять будешь, да? Это не читаться, блядь. Он же до этого спортивки был, он же бегал. Опачки, промазал. Ну что, опачки. Ну, машину тут поймать. Давай его почек, поднимайся. Помочь тебе? Или ты сам? Ну смотри, буду сам. Даже не помогаю. Они только вот я бы напился, я бы хурпал и все. Они вот, что мне, они напиваются, они, блядь, все могут шевелиться, они будут двигаться, да, Вовчик? Ну, бомжики, урази. Давай, закрывай. И ключ мне, знаешь, сразу же. Все это, посмотри точно, еще раз посмотри хорошо. Ничего не забыл. Ничего. Документы взял? Документы у меня в карманах.
Это там такси, зарядка, пацаны. О! Угу. Ну все, ребят, выходим. Ого, смотри, Виталька, блядь, давай я закрываю нахуй, ты поддерживай его нахуй. Не, хоть, я не смогу удержать его, блядь. Сможешь, ну, блядь. Давай, аккуратненько. Просто поддерживай, или я выключил эту розетку. Блядь, тихо, Вовчик, Вовчик, тихо. Сам уже Вовчик, не Дима шире. Ребята, ну, блядь. Вы же видите, мы приехали поздно, Вовчик уже спал. Пошли, Вованчик. Тише. Тише. Голуби целуются на крыше. Ну, что-то Вовчик у нас паскудник. Пьяненький какой, блядь. Ослабел мужичок. Вовка сегодня не ел просто. Да, все. Пошли, сам закрыл. Все. Да, все, все закрыл вообще. Молодец. Ну, красавчик был. Рыжик переживает, молодец был. Все закрыл. Вов, завтра сходи, что-нибудь пожарьте, купи. Не бери буху, я там литр водки еще есть. Слышь, Вов, купи, пожарь себе. Все решится завтра, да? Пошли. Пошли. Что ты думал, каша, что ли, прям? Вот Виталька думал, что... Ну, нормально посидели по-моему. Да, хотел посидеть, но... Честно, ну, он спать просто хочет. Вовчик, пошли. Охуеть. Так нельзя. Хорошо. Это очень хрень, ну, хрень, забери, ну, хрень. Так, мне кажется, он на бутылку ваш заводить, ну. Что он так ведет со мной. Ребята, мы заведем его в шалаш. Потом в шалаш я включу все свои машины. Да, Вовчик. Да будет свет, сказал Олег, да? Виталька, что, накипишь какой-то? Да, это, накипишь какой-то? Почему? Нет? Паша, вы не понимаете? Не понимаете, что Паша? Вот так? Боюсь, что он упадет сейчас. Ой, ты его могучими руками держишь, бля, кого он упадет? Да, Вовчик? Вот, потихонечку, потихонечку. Не смотри на велосипед, это чужой велосипед. Все равно не ездишь. Так, Саша, ехали медведи. Ой, так мы на что поедем-то? Все, смотрите, Рыжика, сколько людей провожают. Здоровенько. Здорово, Мишаня. Здоровенько. Рыжего одного, блядь. Хоть на двух машинах повезут. Держи меня, говорит. Ну что ты, Рыжик, готов, нет? Новое приключение, да? Не, перелету нахуй. В Германию. Нахуй, в Германию хоть куда. Ай, не. Все нахуй. Все нахуй. Все нахуй. Все нахуй. Все нахуй. Блин, что, быстренько жизнь сдался. Готов к перелету. Он уже чемодан. Телепортация. Не ставь пакеты, нахуй ты ставишься, блядь. Нормально. Нормально все. Время уже. Ну как время? Час уже нахуй. Да конечно надо гнать, блядь, я не знаю, что вы, блядь, стоите-то. Тебя жью. А что меня-то ждете, блядь? Езжайте без меня. Ключи-то как отдашь? Как? У меня ключи вот здесь. Все, ребят, мы поехали. Так что давайте. Рыжик, все, домой возьмем, Рыжик. Все, едем, все, да? Все, гоним домой нормально. Все, ребят, приехали. Рыжик, давай забирай пакеты свои. Пошли. Далее, давай, веди нас нахуй. Оба. Ёб твою мать, Рыжик, блядь, в чувство. Не забудь там водку нахуй. Где водка? Водка у тебя в пакете. В пакете, белом. Да, давай. А сигареты у тебя в этом.
На, закури. На, держи. Кого закурить-то, блядь, веди, он будет... При... Ему нельзя дома курить, блядь, сейчас сожгет там нахуй дом. Пошли, Рыжик. Пошли, Рыжик. Он, блядь, простаться не может, нахуй. Пошли, Рыжик. Давай, тащи. Тащи меня, нахуй, домой, блядь. Иди, все, все. На дороге, блядь. Дай мне, дай фонарик мне. А? За мной. А. Блядь. Мне тоже надо взять, блядь. Можно уже пропасть. Блядь, я свечу хуй. Ребята, вот так вот, блядь, Рыжик живет нахуй. Пьяненький паскудник нахуй. Напился нахуй. Все правильно, видите, Виталька зарубки на дереве оставляет, нахуй. О, блядь. Пиздец, какой, блядь, рыжий мужчина тут, блядь, бесстрашный змей, нахуй. Здесь мы присели, увидели, он там огонь у него. Да, присели, там огонь увидели, что он сигаретку закурил. И все, он так спалился, рыжий. Бонжорно, осторожно. А, бля, он говорил, блядь, Виталька тоже. Сука. Тихо. Виталька упал, Рыжий его поднял. Все, Рыжик дома нахуй. Рыжик, водка у тебя там? Рыжий, залазь домой. Видел кого-нибудь? Посмотри, там внутри-то у него кого-нибудь. Давай, Рыжий, залазь домой. Там водка у тебя в пакете. Наконец-то я дома, блядь, сука. Ну все, Рыжик, давай, пока. Рыжик, давай, в воскресенье увидимся. Рыжик. Я дома. Ты хоть дом-то хоть знаешь, где он? Все, нашел тебе дом, конечно. Рыжик, ну все, давай, водка у тебя здесь. Деньги в кармане. Сигареты есть. Где деньги в кармане? Вот в этом, в джинсы, посмотри. Нашел? Все. Все, деньги у тебя нормально денег там. Давай, Рыжик, все. Давай увидимся, Рыжик. Все, пока. Гори. Все, давай. Ну, где этот нахуй из Германии? Где он нахуй из Германии? Иди, Вилья, скажи, он тебе, Саня скажет. Давай-ка иди сюда. Здорово. Че? Здорово. Рыжий, я не буду здесь начать. Не прощаемся. Следующий год встретимся. Нет, следующий год, это интересный, конечно, вопрос. Но не прощаемся. Давай, хорошо. Рыжий, все, мы уехали. Давай. Спокойной ночи, давай. До завтра. Давай, хорошо. Давай, Рыжий. Рыжий, блядь, все. Видите, ребят? Ну все, ребят, все, давайте, подписываем мой канал, мы сейчас все это проводим, потом еще крутимся.